Приветствую, друзья! Вы на канале «Розы от Сережи», и сегодня у нас будет гигантская композиция из всех этих тюльпанов в одной огромной коробке. Шутка! Не будет у нас такой композиции, к счастью или к сожалению, будет у нас небольшая, маленькая композиция из белых тюльпанов. Нам вот наши поставщики... Покажи, кисонька, где наши беленькие, миленькие. Сейчас, секундочку. Показывай, что там у тебя есть. Каратыши специально для композиции, видишь? Взяли каратышей на базе, специально, чтобы делать из них каратыши. Чтобы делать маленькие, миленькие композиции. Сейчас вы это увидите, я надеюсь, если Ирина Федоровна Царук, главный флорист, нам покажет это и расскажет желательно. Так, берем бумагу. Берем бумагу. Поднимаем поверхность. Намоченная бубочка. Если кого-то интересуют технические моменты, то вы их сейчас видите. Я даже не буду перематывать. Давайте, чтобы вы все посмотрели, все узнали, чтобы все увидели своими глазами. Все это ловко делается. Да, все очень быстро. Ты овладела мастерством. Так. Вот, пониже надо сделать, чтобы... Перепутала немного, да? Так, ну что, начинаем с черпашками работать. Черпашками, конечно, лучше, чтобы... Громче можно говорить, кисонька. Не стесняйся, ты уже давно на телевидении работаешь. На телевидении? Сколько у нас штук? Ну, я взял один эксперимент сегодня. Значит, их должно быть 14, да. А эти ручки ты не будешь обрезать? Не хочу. Тут очень даже милые. Таким образом. Так. В принципе, здесь не обязательно, что... Четное, нечетное. Хотя, если подарить бабушке, бабушка обязательно высчитает, сколько штук. Поэтому... Да не только бабушка, дедушка тоже высчитает. Думаешь, дедушке дарят тюльпан? Мы дарили на этот... 8 марта, да. 9? Тогда, получается, у нас будет 13. Тюльпанов. Ой, сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, да? И что, все? Это все, все видео? Нет. А что еще надо будет с тобой? Ай, так жалко этого коротыша. Ну, куда его? Покрасишь, ты его хотел покрасить? Я что-нибудь придумаю. Так, сюда, конечно, можно еще, вот можно было бы сделать короче, но хочется, чтобы листва была, то есть тюльпан, в принципе, еще расти будет, надо было все-таки сделать покороче, ладно, пусть будет так, то есть тюльпан подрастет еще где-то до такого уровня через пару дней. Так, что мы еще делаем? Мы зелень добавляем, потому что также мы оставлять не будем, правда, сейчас возьмем фисташку и эвкалипт. Продолжим, друзья, принесли фисташечку. Ну, а пока главный флорист Царук Ирина Федоровна работает, я по старой доброй традиции. А можно ты меня не будешь называть главным флористом? А Царук Ирина Федоровна тебя устраивает? Можешь. Хорошо, тогда не главный флорист Царук Ирина Федоровна, и я читаю ваши комментарии.
Ай, не хочу я читать комментарии. Давайте в следующем видео я почитаю комментарии. Тем более уже и некогда их читать. Давайте лучше посмотрим, как творит кисонька. Какая-то скудненькая получилась. Давай, гулять так гулять. Понеслась. С другой стороны, очень хорошо, когда кто-то хочет что-то более бюджетное. Можно, знаешь, еще что? Разбавить, добавить хотя бы 3 ванильных. Там у нас получается 13. А нет, 13 получается. Если 3 ванильных добавляем, то получается 16. Получается нестыковочка. 2 не очень хорошо. 4 что ли добавим? Не знаю. Может, не будем? Я бы сюда, знаешь, что добавила еще? Давай не добавлять мимозу. Но мимозы, к сожалению, нет. В общем, мы решили ничего не добавлять, друзья. Оставляем все на ваше усмотрение. Чего? Эвкалиптик добавляем. Немножко эвкалиптика. Ну ладно, может, давай добавим все-таки. Кого? Цветов еще. Или уже нельзя добавить? Тюльпанный букет. Какой-то я сегодня неопределенный. Чего неопределенный? Вот, вы говорите, тюльпанный букет. Точнее, композиция очень даже мило. И сколько она стоит? Добавим чишью, друзья. Композиция у нас получилась на 60 рублей. Поэтому вы знаете, что делать. Поставить лайк обязательно. Написать комментарий. Нажать на колокольчик. И подписаться на канал. Ну, если хотите, можете распространять эти видео. А мы вам за это будем их показывать снова и снова. Да, ой, простите, друзья, я просто покушал плотно и такой немного немного растащенный, поэтому видео получается тоже немного растащенное. Видите, не захотел читать ваши комментарии. Ну ничего, завтра будет лучше. Завтра будет лучше, обещаю быть бодрым, позитивным и веселым. Да, кисонька? Кисонька, пошли покажем. У самовара я и моя Глаша. Друзья, забыли вчера снять, как это выглядит. Итоговый результат, поэтому посмотрите. И доброго дня вам всем. И холодного. Холодного, морозного. Пока.